Встали в стойку. Последние 2 минуты. Пастухов ведет 3-0. Унгуряну 3-0. Бутук 3-0. Готовы? Ну, слабенькие ведут. Артем даже не сопротивляется. Слабенький. Проигрываешь, Чезар. Георгий проигрываешь. Игорь проигрывает. Нет броска. Игорь, стоп, 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 стоп. Игорь, ты что бро? Честно, удержание только верхом. Верхом. Это чисто для нас сделано. Только сверху сидеть. Где фиксация, Игорь? Есть фиксация? Нет бросков, нет оценок. Бросок и фиксация. Куда назад бросишь, сразу скинешь в концовку матча. Нельзя назад бросать. Минут 30 секунд осталось. Георгий проигрывает, Чезар проигрывает. Тащи на ковер, Чезар. Ой, не это все, не это. Что за бросок? Я сам на себя. И смотрите, полевой. Да он взял и сам на себя прыгнул. Время. Время. Что такое, болит? Или сбил дыхание? Дыхание? Георгий, ты придумываешь, блин. Так не я прыгал на себя, а он прыгал на меня. Ты где был? Сильно висит. Ты сверху был или он на сверху? Он был сверху. Он сверху, а как он мог прыгать? Я за ноги. Не могу понять. А, ты за ноги взял? Да. Извини, говорю, Таня, откуда ты ноги свои берешь? Одна нога впереди, одна сзади. Брось его вперед, переведи, блин. Ну, Георгий. Живой? Болит? Ты когда борешься, всегда должен знать, что на себя не падать. Это... А какой прыг ты хотел сделать? Ты вот ты взял его за тулуши? Какой прыг ты хотел сделать? Каком прыгу? Не, ну... Враги был. Нет. Я бы вот взял. Вот так взял. Не прыгай. Я бы вот так, а он взял. Стоп, стоп. Ну. Это а правильно. Как он мог прыгнуть? Это знаешь что? Я тебе скажу. Он взял за ногу, а ты взялся и бросил его через круг. И упал как раз он на тебя. Конечно, будет болеть. Это будет такой. Болит или брос? Сейчас уже мясо стал. Георгий, извини. Через бой? Да, ты кладки. Влад даже не прыгал. Да, неудобно. Нельзя так делать, нет, нет. Хорошо. Можешь что-то делать? Или Владимиров послал? Нет. Можешь, да? Походи еще немножко. Значит, вы пока отдохните. Все остальные встали. Встали, пацаны. Встали. Встали. Бросок через плечо захватом за одну руку, вот как по воле. Сверху и отсюда.
Лучше, конечно, вот так. Отсюда. Вот отсюда. Заведите его сюда. Раз. Оп, и через плечо. Еще раз. Вот смотрите. Когда я борюсь левша с левшой, обязательно нужно делать выведение. Или выведение в эту сторону. В эту сторону. Он раз, выпрямляется. Бросать в ту. Или наоборот. Завести его в эту сторону и бросать в противоположную сторону. Обязательно. Если левша борется с правшой, это совсем другое. Здесь уже другие приемы идут. Вот Игорь, Пастухов, Чеза, Буту. Вы даже хорошо, я вам посмотрю и потом заставлю вас делать раз выводение пов. Видите как? Свободно или сверху ударим. Здесь вот. Еще раз. Заведите заново. Забери заново, а потом раз он сам прыгнет. Пошли переднюю подножечку. Через плечо переднюю подножку, что кому бы нравится. Завести назад. Да. За шейку, а потом. По три броска меняете. Хорошо, заходи, Владимир, мы тебя ждем.
Так, готовы? Да. Внимание! Иди сюда, выше, поставили одну руку, вторую руку, и начинает, вот как две руки, вот смотрите, они отборолись, правило вы знаете, кто первый наступил, кто первый вышел или коснулся, проиграл. Единственное, когда он может выиграть, то есть он делает шаг, как бы, когда я падаю, тянусь, вот я падаю на спину, я упал на спину, то я проиграл. Значит, вопросы есть? Пойдешь ты просто сюда, да? Пойдешь честно? Пойдем. Да? Давай, иди честно, прямо сюда. Ты сюда. Значит, вам. Еще раз. Я проиграл. Значит, я остановлюсь. Все, тот уже ждет. Только я поставил две руки, тогда начинаем бороться. Проигравший ставит две руки и начинает бороться. Все, приготовь. Вы до 21 часа. Стоп. Боретесь. Кто из вас наберет 21, тот победитель. И время 15 минут. 21 очко набрать надо. 15 минут работаем. Готовы? А Владимир с победителем идет. Это кто выиграл? Естественно, он. Так, Нет, вы сами. Кто проиграл, тот и говорит. Но обязательно кто? Обязательно где? Смотри. Дружи. Владимир, не так, ты что, наклонись? Летчик. Потом, смотрите, обязательно надо одной рукой держать, ковер держать. Обязательно одной рукой. Договоритесь по правилам на одной рукой. Стоп. Прошу, я любовь для нищих. Прости, и рай врата, мой Бог, прости меня за одиночество. Прости ты меня за заблуждение. А жизнь тихо прожить просто не хочется. Вот и так.